Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите Smite на дне. И сегодня мы будем играть за одного из самых офигенных персонажей в этой игре. Кабракан. Против Физиды. Это неплохо, кстати. Все, что не Хантер, это неплохо. Да. У нее нет эскейпа, так что, возможно, я даже смогу комбо провести. Начнем мы с вот этого вот стартера. Лучший стартер на Кабракана, потому что чистить линию там будем тройкой. А очень часто это агрит всех мобов на меня, потому что враги очень часто попадают под эту тройку. И в начале, когда у вас стреляет целая куча лучников и колбасит вас несколько мечников, это все может очень плохо закончиться, поэтому мы выбираем этот стартер. Вот такие вот планы. Активочка нам нужна, чтобы Изида не отымела нас с помощью своей ульты. То есть внезапно мы выигрываем, и тут хоп, и у нее где-то 30-40% хп прибавилось. Понимаете, да, о чем я? Для этого нам понадобится... О, смотри, кто тут. Как хорошо, она купила себе медитацию. Точнее, как купила, в аренду взяла, да. Неплохо. Если бы не проблемы с маной, то было бы вообще замечательно, я бы ее убил, но... И так нормально, я считаю. Мана! Мана, бро, мана! Это же было ФБ, твою же мать! Дай ману! Конечно, мы разменялись активками, это, в принципе, тоже неплохо в какой-то мере, но, блин, мой план не сработал. Да, она потихонечку отжирается. Я могу себе позволить получить немножко урона, потому что мой стартер и зелье все мне отхиляют. Ну что ж, получается, мне нужно для комбо 220 маны. Хватает, я немножечко даже на троечку хватит. Но у нее есть ульт. Снова! Твою мать! Так, покупаем обувь на КД, она дает ману. Я ничего не знаю. Полный пипец. Два тика. Три тика. Окей. Нет, в жопу. Так не получится. Уходим. А то она вернется, и я потом потеряю многое. Многое. Yes. Все, теперь зелий на ману у меня предостаточно, да и маны тоже. Я не думаю, что мне понадобится фул КД. Ну вот эта обувь на ману. Must have. Ну здравствуй. Отлично. Это то, что я хотел. Как раз под мобов. Отойдите, сволочи! Что за срака вообще происходит? Что такое? Как?
Блять. Ничего, ничего, нормально, нормально, нормально. Да нет, не нормально, я зелье не отбил, блин. Вообще не нормально. Почему я сказал нормально? Это не нормально. Так, она же, она баф вроде не забрала. Пойдем туда. Или забрала? Нет, не забрала. Отлично. Упс. Вот об этом я не подумал, кстати. Ну ничего, ничего. Бафчик понадобится мне. Потому что зелье-то закончилось. Надо бы как-то компенсировать его потерю. Поэтому да. Очень скоро будет полинамикон, и она офигеет просто от урона, который будет вылетать с первого скилла. Ты неплохо так. Неплохо попала. Серьезно, она развернулась. Мобы, пожалуйста, валите нафиг отсюда. Мне нужен еще один фраг. Спасибо. Вот теперь мы отбили зелье. Замечательно. Теперь можно подфармить чутка с помощью этого бабчика. Докупаем. И Soul River собираем со старта. Как раз в тему у нее много хп будет. Неплохо. Что это за фигня прилетела сейчас? Отлично. Так, я думаю, можно немножечко времени потратить на накоцывание ее вышечки. Ну так, совсем чутка. Все, до свидания. Пожалуйста, успей. Есть. Отлично. Я даже не боялся. Так все было задумано. Ну, отлично. Она чистит баф на урон, да? Черт возьми, попасть не мог. Никак. Обида.
Так, ну там мы ничего не успеем накоцать. Поэтому лучше я потрачу это время с пользой. Получу баф. Мне кажется, можно остаться на линии, поэтому... Серьезно, я попал? Ладно, тогда не останемся. Ничего не поделать. Найс. Я думаю, Бидз самое то, чтобы она не могла прервать никак мое комбо. Ух, нифига ж себе. Так, полиномикон сбиваем. Отлично. Хотя она на расстоянии держится, это нехорошо. Но, к счастью, у меня урона хватает сейчас. Отлично. Как раз Бидз помог. Хотя Бидз, это же они. Четки. Бусинки. Да, я был не прав. Бидз помогли. Вот что надо говорить. А, она даже не целилась в меня. Вот хорошо. Ну, разве что вот это вот не совсем хорошо, то, что я столько урона получил. Я чищу твой баф. Я чищу твой баф. Приди. Нет. 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 Окей, я не знаю, как это произошло, но... Двойка. Сейчас. Двойка. Ну ладно. Это было слишком страшно. Походу, мне не стоит рисковать. Вот так вот. Отдавать ей фраги. Yes. Так, значит, дальше нам нужна пенетра и какая-нибудь защитка. А то Изида в лейте страшная такая баба. Все, что ли, не успел. Вот так вот. Уже какие-то проблемы начинаются. Ладно, ждем прок, что подкатился. Угу. Ну окей. Замечательно. Я не думал, что я заставлю ее ульт заюзать, но ей кажется обидно. Погоди, погоди. Вот так сейчас надо. Ну это ж реально было пиздец как тупо. Спринт. Замечательно. Не думаю, что смысл есть заюзывать Бидз сейчас. Как бы я мог бы ее убить, но... Но зачем? Если можно сделать это и без него. К сожалению, без пенетры феникса снести, да, не получится.
Ой, я отменил. Неловко. Ну, ладно, ладно, чё. У меня есть комбо, она это еще не осознает, но... Мне его не хватит, походу. А, у нее уже защита. И вторая на подходе, серьезно? Ну, ок, 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 все, сразу же покупаем. Так, что это там у нас такое? Ты глянь, глянь, кто тут? Боже мой, да сдохни ты, а? Задолбала. Летунья. Ну, я думаю, тут выбор очевиден, что делать, правда? Мы ставим варды. Здесь ставим на случай, ну, вдруг у меня не получится, да. Я хоть увижу, как она зачистит быка тогда. Порадуюсь за нее. Такс. Поехали. Да я чувствовал, нет же. Я чувствовал, что она там. Но как? Все, вот теперь. Блин. Не хватило немножечко. Одна секунда была до проклятия. Это что, спринт сейчас был заюзан? Боже мой. Ну ладно. Вот так вот сделаем. Феникс мой в любом случае. Так что. Пусть убегает. Ну, конечно, немножко жалко, что я все комбо заюзал. Ничего из этого не получил. Ну как, Феникс получил, да. Зацените, кстати. Что не хватает в этом билде, как вы думаете? Пенетры. Мы этим воспользуемся. Да. Будет немножечко КД. Будет много защиты. КДшки будут у нас уменьшаться. Да, она нас атакует немножечко. То есть все, чего мне не хватало. Плюс мана дает. Сколько там? 10 КД. Это 20, это 30. Не фул, но неплохо. Я думаю, это оптимальный выбор. Не думаю, что мне бульварк понадобится против нее, учитывая, что она меня и не пробивает сейчас. По той же причине у нее нет КД. Ой, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Вру, у нее нет. Пенетри, да, пенетри. Спряталась, что ли, там нет? Нет. Промах. Что-то пошло не так. Нужно ее накоцывать перед тем, как убить. Перед тем, как попытаться убить, точнее. Да. Фигово. Урона не хватает. Но мне кажется, что если бы я сейчас купил больше урона, то мне бы это аукнулось. Нужно пользоваться тем, что у нее нет пенетры. В принципе, может быть сейчас с проком Soul River. Вау. Смотрите, кто запалился? Кто запалился? Кто сейчас?
Прой... А, спринт! Твою... Я хотел сказать, кто сейчас проиграет игру? Ну, стой! Медитация ушла. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Надо подумать. Блин, Soul River пропнул. Как неудачно. Давай! Да, детка, победа. Замедление зарешало. Отлично. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось. До встречи в следующих роликах. Пока.